Любая услуга предоставляется отдельно. В Ленском санатории профилактории «Кедр» на платной основе можно пройти любую процедуру. Для этого пациенту не нужно приобретать полный курс лечения, который рассчитан на 21 день. Какова же стоимость процедур и какие из них самые популярные, расскажет Наталья Беспалова. Прийти в «Кедр» можно с любым назначением врача. Чтобы попасть на процедуры, покупать целый курс лечения не придется. Любая услуга предоставляется отдельно. И массаж. У нас работает и кедровая бочка, инфракрасная сауна, которая, кстати, тоже очень прекрасно выводит токсины. Мы берем на массаж детей до года. У нас мамочки уже не знают. У нас очень хорошие вообще массажисты все. Хорошие, все квалифицированные специалисты. И вот у нас есть массажисты, именно которые занимаются детьми. Самая популярная из платных услуг в «Кедре» – лазерная капельница. Она имеет широкие показания. Лечит гинекологические и инфекционные заболевания, очищает организм от токсинов, влияет на истощение, улучшает кровообращение. Поставить в «Кедре» можно и обычную капельницу по назначению врача. Если вы не сотрудник компании «Алроса», за стоматолога в «Кедре» теперь тоже придется заплатить. С начала июля зубной кабинет больше не является собственностью санатория. С 8 числа мы ведем прием и лечение работников компании по добровольному медицинскому страхованию. Все остальные желающие люди полечиться в стоматологическом кабинете, услуги эти платные. Стоимость платных услуг в «Кедре» невелика, а значит, поправить свое здоровье может любой желающий, не выезжая за пределы города. Наталья Беспалова, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край».